Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вот такую коллекцию хотела я вам сегодня показать. Забегая вперед, скажу, что все камни, которые вы видите, добыты и огранены и собраны в нити и в браслеты на Урале. Это не Китай, это не Индия, это наши отечественные камни и отечественные мастера по гранильному делу. Итак, поехали. Нефрит. Вот такой. Вы знаете, камера показывает его темнее. Вот. А делаю светлее, добавляет серого. В общем, он насыщенного зеленого цвета. Размер браслета 19 сантиметров. Браслет на резинке. Вот таким вот образом. И собран между бусинами есть еще и, посмотрите, пожалуйста, бисеринки. Вот такие бисер. Вот таким образом. Цена одного браслета, вот у меня их три штучки. Цена одного браслета 2000 рублей. Лунный камень или адуляр. Вот такая красота. Все бусины сияют. Все бусины вот такие красивые. Адуляр натуральный. Все это натуральное. Значит, браслет 18,5 сантиметров. Тоже на резинке. Стоимость его 2000 рублей. Серафинит. Посмотрите, какое качество. Посмотрите. Вот так. Значит, собран то же самое на резиночку. Между бусинами бисер, чтобы бусинки не терлись между собой. Вот такая красота. Стоимость его 3000 рублей. Тоже три браслета у меня. Серафинит. Посмотрите, какое качество. Вот так. То же самое собран на бусины. Размер 19,5. Вот тоже на резиночке. 3000 рублей. Так, с этими браслетами все. Дальше бусы. Долгожданный Шерл. Идет их 30 ниток. Стоимость нитки. Значит, посмотрите на манекен. Вот эта длина 50 сантиметров. Это 60. Значит, длина нитки 50 сантиметров. Это галтовка. Посмотрите, они все неровные. И это натуральный Шерл. Стоимость 2000 рублей. Вот так собран на вот таким образом. Вот, значит, тоже у меня их, в общем-то, достаточное количество. Наш шикарнейший чароид. Вот такие бусы. Посмотрите, пожалуйста, стоимость его 2500 рублей. Чароид не дешевый. Вместе смотрится вот таким образом. Посмотрите. Дальше. Значит, у меня есть одни бусы. Жадеид. Только одни. Бусы дорогие. Вот. Посмотрите. Значит, одна ниточка. Вот такая 3000 рублей. Жадеид, камень дорогой, увы. Вот. И у меня есть, так, давайте дешевый покажу, серафинит. Ну как дешевый, относительно дешевый, тоже не дешевый. Вот такие бусы, тоже галтовка, собраны они через бисер. Собственно, все бусы собраны через бисер. И Шерл,
И все собираются через бисер. Вон бисеринки, видите? Вот такие бусы. Значит, стоимость их 2500 рублей. И есть у меня вот такие дорогие бусы. Значит, они одни, потому что, ну, дорого. Вот. Вот так вот это все. Вот. Идут на нет. И вот так здорово смотрятся на... Сидят на шейке. Вот, значит, эти бусы стоят 4000 рублей. 60 сантиметров. Вот. Дальше хочу показать вам сегодня браслеты. Значит, это Нейзельбер. Уральск, тоже это уральская скань. Вот так на руке. Это садолит. Так, сейчас. Нет, все равно мне не нравится что-то вот. Значит, браслет с садолитом стоит 3500 рублей. Родонит. Вот такого качества. Красавец. Вот так фантастически смотрится на ручке. 3500 рублей. Лазурит. Фантастический браслет. Просто сказка. Двойная, посмотрите, двухэтажная скань. То есть браслет объемный. Вот объемный за счет скани. Вот так фантастически смотрится на руке. Ну, наверное, все-таки не на моих костях. Ручка должна быть более женственной, более мясистой, если так можно выразиться. Шикарнейший, шикарнейший браслет. 4000 рублей. Браслет с серафинитом. Посмотрите, какая игра. Вот он. И под серьги, и под бусы, и подо все подойдет. Вот такой браслет. Стоимость его 4000 рублей. На ручке вот так сидит. Вот. Посмотрите, тоже двухэтажная объемная скань. На подкладочке это все. Вот таким образом. Вот так. 4000 рублей. Так, есть у меня два лабрадора. Так, вот это первый. Вот он. Сказочный камень. Еще более сказочный браслет с двухэтажной филигранью. Вот так. Вот так это все. И вот так здорово на руке. Посмотрите. Стоимость его 4300 рублей. Еще один лабрадор. Вот такая красота. Двухэтажная скань. Обратная сторона. Значит, посмотрите, удлиняющая цепочка, то есть браслет подходит практически на любую руку. На всех браслетах есть удлиняющая цепочка. 4300 рублей. Браслет с апатитом. Огромнейший камень, шикарнейший апатит. Вот так выглядит. Вот так это все. Вот камера мне показывает, что надо затемнить. Ну, затемнить, значит, потемнее сделаем. Вы посмотрите, какая работа. Какая фантастическая работа. Тоже с удлиняющей цепочкой браслет. 4400 рублей. Вот такая красота.
Браслет с малахитом. Малахит Африка. Двухэтажная филигрань. На подкладочке. Объемная. Вот так. И удлиняющая цепочка. То есть подойдет на любую руку. Вот так здорово смотрится. 4500 рублей. Ну и наша шикарнейшая хризоколла. Она у меня одна в плане в браслете. Так, что-то я не могу. Ага, все получается, оказывается. Вот. Вот такой браслет. Ну, тут, конечно, вся нагрузка на камень идет. Вот так. Стоимость браслета 4500 рублей. Вот такая красота на любую руку. Итак, все вам на сегодня показала. Буду разбираться дальше с посылками. Пишите, кому что понравилось. Все ваши комментарии, все пожелания и предложения. Всего вам самого доброго. Берегите себя и ваших близких. С вами была Татьяна.